рецепт из серии «Проще простого» или «Как удивить любимых без особого труда». Подготовить продукты. Как приготовить запеканку «Ленивая жена»? Включить духовку, почистить и помыть лук, нарезать кубиками. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить лук, обжарить, помешивая 2-3 минуты, до золотистого цвета. Форму смазать растительным маслом и поставить в духовку на 1-2 минуты. Слегка подогретая форма не даст пельменям прилипнуть к поверхности. Выложить замороженные пельмени в форму одним слоем. Посолить и поперчить. Сверху выложить жареный лук. В миску вбить куриные яйца, посолить и поперчить. Добавить майонез. Хорошо взбить. Залить пельмени яично-майонезной смесью. Сыр натереть на крупной терке. Последний слой, тертый сыр, поставить форму в духовку на среднюю полку. Выпекать запеканку из пельменей при температуре 200-220 градусов около 40 минут. Посыпать готовую запеканку нарезанной свежей зеленью. Запеканка из пельменей готова. Приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!